В Электрогорске были задержаны трое местных жителей в возрасте от 28 до 38 лет, подозреваемых в вымогательстве. Мужчины ежемесячно требовали у генерального директора агентства недвижимости передачи им денежных средств в сумме 60 тысяч рублей за криминальное покровительство. Как уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России и Московской области, подозреваемые были пойманы с поличным. В их отношении возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Всем троим грозит до 7 лет лишения свободы. Появившаяся информация по данной теме вызвала резонанс среди жителей города. Обсуждения задержания прошли в городской группе «Электрогорск» в социальной сети ВКонтакте. Только за сутки там накопилось более 400 комментариев. Началось все с того, кто прав, кто виноват и как с этим бороться, а закончилось переходом на личности и оскорблением друг друга среди собеседников.